Всем привет, ребята! С вами я! И сегодня мы будем играть в одну прикольненькую игрушку. Напишите комментарии, кто играет. Вот, я играю. И как поворачивать стрелки, тоже пишите в комментарии. Спасибо. Тут у нас транспорт, автобус и трамвай. Пойдемте посмотрим на карте. Трамвай едет тут, не знаю куда. Из номера. Короче, мы идем. Прыгаем. Это что, мой друг там стоит? Так, значит, 159 сюда. 409 сюда. Здорово. О, здорово. Как дела? Да нормально. Все окей. Все окей. Ну ладно. А чем ты тут занимаешься? Да вот забыл, как кто-то видит. Я пришел. Это маршрут. Приеду. Возьмите автобус по 109. Ладно, пошли. Все, погнали. Сейчас приду. Так, ребят, это я. Блин, жалко, я у него камеру не взял. Алена, ты где? Где? В Караганде. Я вон в депо только зашел. Открывай, включаю маршрут. Вот. Сейчас приеду. Так, на этом. Нет, уже 5 дней. Тут он дома. Давайте пойдем на остановку. Господи, зачем такую большую остановку сделали? Я без понятия не понимаю. Ой, что там за звук? Я что там за звук? Алло, ну ты где там? Ну тут же я, ну тут еду на твой вокзал. А, ну ладно, я жду. 8 часов спустя. Так. Алло, алло, я еду. О, я тебя вижу. Так. Почему ты почему так долго? Почему? Как почему? Ведь сегодня же пробка, сегодня же воскресенье. Подожди. Да, воскресенье. Ну чай, все. Что там с твоим креслом, который там ты рулишь? А, ты ничего себе, нормально. Ладно. Офигеть, как круто, возьмите автобус. Да, это круто, но только у тебя сколько бензина? Ты знаешь, что... Ты же знаешь, что у меня нет бензина. А, да. Ой, трамвай! Разрезалась. Разве
еще один. Сколько у вас? Доеду я, не звоните. Все, лесной парк. Вы там можно идти пешком дойти. Все, едем. Все, это конечное. А следующий, ты не останавливаешься? Конечно, нет. Все, следующая остановка будет сегодня. Все, едем как раз таки. Лесной парк. Все, поехали. Сейчас как? Как? Вот так. Ой. Вот, первый проехал. Дверь закрывается. Все, сейчас вот так вот. Да. Ну, я думал, вот тогда. Не, мы по маршрутам едем. Я знаю, как надо ехать. Поэтому мы будем по моим правилам ехать. Что там, автобус стоял, я видел. Да, автобус стоял. Открывайте. Опять что там за звуки? Я не знаю. Трамвай. Огородили мой путь. Звенит еще, не знаю как. Так. Все, заворачиваем быстрее. Кони не проехали. Все, мы на остановке. Открывайте. Да сейчас они откроются. Что бывает такое, что они вообще не открываются. Ну да, есть такое дело. Кстати, ребят, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и колокольчик. Я очень рад вашим подпискам, потому что у меня подписчиков. Я смотрел вчера, я там вчера новое видео снял. Поэтому желаю вам всем просмотров. Мы поехали. Я желаю всем просмотров, потому что реально мне я рад просто. Что, скоро конечно? Да, друг? Да. Ага. Остановка тут большая. Хотите посмотреть название? Можете сами сделать найти эту игру, написать просто. Можно напишите просто по русскому троллейбусу, и у вас там выйдет это тоже эта игра. Не, просто раньше там было стрелки, куда захотел, туда и поворачивал, а теперь там не знаю как там. Понимаете, да? Мы не знаем, как там поворачивается мой друг.
поэтому следующая остановка конечная. Вон, конечная. Правильно я говорю? Да. Ну и хорошо. А ты сейчас куда поедешь? Как куда? В депо. Останавливаться будем на остановке? Ну ты же знаешь, что когда едут, депо не останавливаются на остановке. А, ну да, забыл просто. А мы как? Мы как там, как и в другой конечной мешали? Нет, по-другому. Нет, по-другому. Вообще просто, сейчас я тебе покажу. Депо просто обычное. Ты знаешь, Тимы? Нет. А я вообще забыл. Вообще не помню, где мы. Вот поэтому мы едем. Я почти все знаю, но и некоторые не вожу, но ничего страшного. Да. А почему ты не трамвай водишь? Ну ты знаешь, ты ж когда говорил там. А, ну да. Ты ж не знаешь, как там поворачивать, да? Да. Ой, господи, врезались. Они с нормально. Да, все нормально. У меня стекла не пробиваемые. У меня автобус непробиваемый. Вау. Да, бывают такие автобусы в Роблоксе. Хотя они не могут ломаться. Это в другой игре, а? Могут они сломаться, эти транспорты. Во. Может туда? Нет, мы не туда. Вот депо. Вау, какая прикольненькая депо. Все, уходим. Все, давай. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам этот ролик понравилось. Ставьте лайки. Не забудьте на комментарии. Всем пока-пока.